давайте классическая победа на раз, два, три. Раз. Проблемы, у кого проблема? Просто клюшка для гольфа у пацана в машине. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Canvasman. Сегодня воскресенье. Долгожданный выходной, между прочим. Единственный у Миши выходной на этой неделе. На этой неделе, да. 31 число. И сегодня, друзья, сегодня... Последний день весны. Кстати, последний день весны, точно. Нифига себе, с понедельника начнется лето. Это очень клево. Оно сегодня, в принципе, уже началось. Может, вчера была такая погода, не очень понятная вечером. У нас всю ночь был дождь. Ну, и там полночь, точно. Но. А теперь вот солнце, жарко, прохлада немножко такая. Ну, в общем, шикарная погода. И сегодня у нас, кстати, встреча с подписчиками, мини-концертик. И сейчас мы едем к Муратов. Сейчас, да, да. У нас это уже в традицию какое-то вошло. Да. Ну, не то, что каждое воскресенье, но почти каждое. Он даже вчера позвонил, даже не куда-то там, пойдем куда-то. Что, кофе попьем? Ага, все, завтра в 11. Даже не спрашивал, куда еще. Ну, все уже и так понятно. Да. Короче, я проиграл всю свою программу, ну как бы программу, несколько песен поиграл, повспоминал их, не стал заучивать те, которые я планировал, не знаю, может быть, хотя и сыграю, не знаю, посмотрим. Короче, ребят, я думаю, что прицеплю GoPro к гитаре, знаете, каким способом? Вот таким вот. Сначала хотел на родное крепление, но потом подумал, что просто, наверное, с обшивкой гитары оно отклеится, поэтому просто на двухсторонний скотч приклеил вот такую площадку, которая как бы должна быть неприклеиваемая, вот, и с помощью таких штучек приделал GoPro, только рамка в машине, я в рамку посажу сюда, чтобы не через бокс снимала и звук записывала, а через рамку. Ну, я думаю, будет прикольно, будет видно и меня, и вас, и всех вообще. Друзья, у нас было время, у нас оно и сейчас есть, и мы решили отправиться в лапшичную. Фокус, найди нас. Куда ты тянешься сразу? Я хочу сразу тыкнуть в экран, чтобы... Да. На фокус. Да все, появится. Да, друзья, мы уже приехали к лапшичной. Сейчас отведаем какого-нибудь не острого супчика, можно сказать, или лапшичку, как это называется. Попьем чаек и там уже... не чай, там типа... Как это назвать? Типа на лимонад. Лимонады, да. Да. А еще, кстати, новости такие, что Тёма не сможет прийти на встречу, у него там, ну, в общем, не сможет, у него там проблемки с родственниками. Да, появились вот. Кое-какие непредвиденные ситуации, в общем. Но мы позвали Никиту Клима, не знаю, придет, не придет, если придет, попоет свои песни, я ему поподыгрываю, может, он где-то, может, он мне поподыгрывает. Я сижу на солнце, мне жарко, пошли. А я сижу на сиденье автомобиля. Да, это круто. Это круто. О, картины, кстати, не было. Что? Алексей, о чем? Это забавно, да? Автор картины Алексей, о чем? Короче, ребят, мы уже в лапшичной. Мы решили сесть напротив прямо окна, вот этого самого окна, у которого есть цветок. Вот, мы будем сегодня пробовать какую-то новую лапшу. Я буду пробовать новую. С курицей. Да. А вторая будет также со свининой, с грудинкой. С беконом, короче, нам говорят. С беконом, да-да-да. Уже сейчас, я думаю, приступим. И какие-то грибы новые у них теперь, другие. Какие-то вкуснее, 500 раз говорят. Хотя те были вкусные. Те были, по-моему, шампиньоны, если не ошибаюсь. Нет, там написано что-то другое. А, ну да. Да-да-да, там не шампиньоны, какие-то тоже специфические. А эти лесные? Едем за Никитой, потому что у нас есть время, и заехали в Эдисон кафе. Я всегда забываю. Да, Эдисон кафе, да. Алиска уж очень полюбила там лимонады. Ну, блин, мне они тоже нравятся. Всего лишь второй, вкусный. Правда, но, блин, они реально вкусные. Очень вкусные. Вот. В этот раз бузина. Бузина. Кузина, а у тебя есть бузина? Нет, у меня только бузина. Ну, тогда иди на. Мы уже собрались, но я думаю, что еще не все. Еще кто-нибудь подойдет, 1-2 человека, наверное. Вот. У нас едят комары. Зато комары, чувак, собрались. Ты в кадре? Есть люди, кто пришел уже второй раз. С прошлого года. Второгодники. GoPro так отвалится. GoPro может отвалиться. Да, ребят, кстати, я прикрепил
GoPro-ху на гитару, я не знаю, я думал, если что, я могу встать и попеть стоя, и тогда, чего ты боишься? Да оно дотянется. Нет, я про камеру. А что, я снимаю что-то криво? Повыше снимай. Прости. Я, короче, на самый широкий угол ее поставил, поэтому, возможно, будет видно все вообще вокруг, и я буду искаженный там в кадре, потому что GoPro искажатель. Сейчас надо вспомнить первую строчку, как обычно. Спасибо. Сманит меня звездное черное небо яркими точками снега. Месяцем над горизонтом манит меня, и ты манит меня своей беззащитной ночью, моралью пустой и прочной, манит меня. Самая короткая песня. Спасибо. Спасибо, что вы мне не хлопаете, а Никите хлопали. Сердце еще дышит, и дыхание слышно. Белые халаты, яркий свет у ваты. Ну какого черта у меня некоторые струны дребезжат? Я его просто не увидел здесь.
запястье тает снег. Я в осенних кедах. Кто-то раньше гасит свет. Сраные соседи. Кого-то просто бесит. Заткнитесь, пока не доиграет моя любимая песня. Песня, песня. Нет. Спасибо. Что за голос? Давно лето сандали, мама добро, сказки о честной, просто читай. Я вас снимаю. Спасибо, ребят. Запись пошла. Всем огромное спасибо, ребят, кто пришел. Клево все получилось, по-моему, я не знаю, правда. Мы налажались с Никитой, конечно, дико миллион раз, но было классно, душевненько. Все, давайте классическое покеда на раз, два, три. Всем, правда, ребят, огромное спасибо, что пришли, не заленились, не застремались. Я думаю, многие застеснялись приходить и всякое такое. Не нашли время в воскресенье вечером, да? Как так-то, а? Вот, так что всем спасибо. Настоящие друзья наши, омские. Все, сходка прошла, я до сих пор с гитарой. Сходка прошла, и я с гитарой шла. По улице одна, тра-та-ра-та-ра-та, не спеша. Че скучаешь? Ты че залип здесь? Кстати, что-то на объективе застряло. Куда двинем дальше? Поехали, Никиту отвезем. Давайте, да. А потом мы поедем к бабушке. Вот Ванька уже был у бабушки? А мы еще не были у бабушки, и так что... Съешьте бабушку. Ох, был у бабушки, съел бабушку. Вот вообще, Ганнибал Лектор. Ганнибал Декстер? Сначала порезал, что ли, на полиэтилене, а потом съел. Мне сейчас смешную кинули штуку на фотографии. Могу ли я вывести деньги из GTA 5 онлайн на свои реальные банковскую карточку? Например, за миссию дают, если 10 тысяч долларов. Конечно, можете, вы как конечно. Думаете, как ты люди богатеют? Деньги-то зарабатывают. Ну, когда играешь, смешно. Проблема. Просто клюшка для гольфа у пацана в машине. Что творишь, а? Ты что творишь, блин? Нормально ведешься, я ничего не творю. Нормально, разговаривай. Где батарейки для часов можно купить? У часовщика. А сейчас? У часовщика батареечного. Серьезно, маленький. В торговом центре. Ни хера себе маленькая, что за часы? Маленькую, говорит. В торговом центре, да. Что, тупой? Обалдеть, ребят, мы пришли в парк советский. Понятно. Ходили и говорили, что, блин, деревья срубили, тогда все ясно. Да, здесь, походу, короче, расширяют улицу. И плюс, блин, непонятно, что. Ну там вот тропинку точно еще, смотри, она прям, она впритык к дому. Жесть. Решили прогуляться по советскому парку, как вы уже заметили. По этому раскопанному, блин, по траншею, по этой, капец. Это улица Андрианова, кто из Омска, короче, не ездите ее здесь. Ее уже перекрыли. Да, перекрыто. Да. Мы думали, что, может, вдруг открыли, подумали мы. И когда стали переходить дорогу, поняли, что
Не скоро еще. Наверное. Если до Нового года сделать, то хорошо. Ну да, ну до осени должны сделать, я думаю. Ну, да. Я, конечно. Вот. Наверное, сделаю, да, к этому. К Дню города-то точно должны сделать, потому что это будет очень стрёмно. Это будет стрёмно. В августе. Да. Первое воскресенье августа. Yes, of course. И марафон... А, марафон, может, и осенью будет, потому что в прошлом году осенью был, помнишь? Его обычно они прям вот день за днем практически идут, день города и марафон. Ну ладно, короче, это все как бы информация такая пустая. Мы сейчас спустимся до Иртыша, а потом пойдем обратно. Друзья, воскресенье музыкальное продолжается, мы приехали домой. Алиска что-то там в интернетах смотрит. У нас вентилятор в окошке задувает нам холодок, потому что на самом деле жарко дома. Дом нагрелся. Да. Очень воздух нагрелся за весь день, а на улице теперь прохладный воздух. И ты включаешь его сюда. Да блин, что-то с глазом батлакает. И короче, он задувает холодный воздух. Гитара сегодня отменно отработала. У меня пальцы, правда, такого давно не было. У меня пальцы, подушечки прям болят. Ну, мне больно вот так вот делать. Давно такого не было. Ну, мы 2 часа, да? Ну, где-то примерно, плюс-минус там. 2 часа. Хоть мы через одного играли с Никитой, но все равно. Ладно, друзья, еще раз всем спасибо большое, кто пришел сегодня на такую эдакую прощальную сходку. Ну как прощально, мы же ездим в другие города, делаем сходки, поэтому мы в Омск приезжаем, тоже можем делать сходки. Да, да. Вот, просто, ну, уже не секрет, что мы уезжаем давно, уже не секрет, все давно поняли. Ну и на сегодня все, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь с нами, будет классно, позитивно и весело. Раз, два, три. Победа! У-ху, вот это да. Громко. Это громко. Michael, I watch the fight club and many different pictures. You have parents in 97, perhaps twice, and here as God's a bitches, as God's